Надеюсь, среди вас есть любители черемши, так как сегодня у нас вареники с черемшой необычной лепки. У меня черемша замороженная, я заранее достала, разморозила. Конечно, она очищенная. Кипятим воду, солим по вкусу и варим черемшу. Примерно 5 минут после закипания. Этого будет достаточно. Кладем дуршлаг, нужно, чтобы лишняя жидкость стекла. И дополнительно еще хорошо отжимаем. Далее мелко нарезаем. Творог измельчаем мелко тоже. И соединяем их вместе. Начинка наша готова. Далее замешиваем тесто. Тесто у нас обычное для вареников. Вода у меня горячая. Замешиваем тугое тесто. Хорошо вымешиваем на доске. Кладем пакет. Оставляем отдыхать на минут 15-20. Дальше будет с ним легче работать. Раскатываем тесто чуть толще, чем на обычные вареники. Вырезаем кружки. Диаметр кольца у меня 7 сантиметров. Начиняем, и дальше у нас идет вот такая вот лепка. Эту лепку, кстати, я придумала года 3-4 назад именно для этого блюда. Но начинка здесь может быть абсолютно любая, на ваш вкус. Еще нам понадобится домашнее топленое масло. Осталось только их сварить. Солим кипящую воду и закидываем в вареники. Варим после закипания примерно 10-12 минут. Подаем наши горячие вкусные блюда. Сверху поливаем топленым маслом и наслаждаемся. Очень надеюсь, что видео было для вас полезным.